Всем привет, ребятки! Ой, смотрите, кто это на нас тут нападает. Меня зовут Споди Далиду, это наш одноглазый шарик, циклопчик. Мы сейчас будем проходить это крутое приключение, но для меня... Точнее, не для меня, для тебя, дружище, есть очень интересная новость, так что не переключай, дослушай обязательно, смотри. В общем, такое дело. Где-то видео будет спрятан секретик. Это необычный секретик, дружище, и, возможно, ты первый, кто его заметит. Так что досмотри видео, пожалуйста, до конца. И если ты все-таки найдешь секрет, то напиши об этом обязательно в комментарии, ты попадешь в следующее видео, а может быть и не только. А если бы вдруг ты такой смотришь видео и секретика не нашел, ну вот не нашел, ай, что такое, как это мы тут лопнули? Допустим, я его хорошо его запрятал, да, этот секрет, и ты не можешь его найти. Что тебе надо сделать? Тебе надо сделать маленьких три шажка. Подписаться всего лишь на канал, поставить на этом видео лайк и написать добрый комментарий со знаком плюсик. Так, и если ты все выполнил, я проверю, конечно же, то попадешь, дружище, в следующее видео. Ой, не падать. Так что я надеюсь, тебе понравились мои предложения. А теперь поехали! Сейчас мы будем сражаться с этими малышами. Кстати, еще одна чудесная новость. Тут будут новые маленькие злодеи. Так что смотри и не пропускай. А мы поехали проходить и лопать этих всех малышей. Так, ребята, напишите в комментарии, какая из серий красного шарика, какая из сюжетов была для вас самая сложная, а какая самая легкая. Мне будет интересно, я обязательно почитаю и отвечу вам в комментарии. Так. А пока что мы будем просто брать и все это проходить. Так, звездочки у меня. Оп. Смотрите, как мы удачно запрыгнули наверх. Так, флажочек. Мы как, знаете, как в Марио флажочек поднимает, только он поднимает в конце, а это у нас такие типа сохранения, или как их можно назвать. Ну, не знаю, ребят, назовите их сами. Так, а ну-ка, сейчас мы попадем в телепорт и можем даже продолжить. Куда это мы падаем? Так, тихо. Что? Это что такое-то? Бедный шарик, смотрите, куда он летит. Мне прям его жалко. Ай, давай, шаричек. Ой, все, вроде бы справились. Ну, тогда отлично. Я думаю, проблемочек больше не будет. Только бы здесь... Ты что тут забыл? Эй. Все, ребятки, он лопнул, и мы больше не будем его трогать. Пускай себе там дальше живет. Это, кстати, был новый маленький злодей. Если вы заметили, то ставьте лайк. Я надеюсь, вам понравился такой розовенький инопланетянчик. Ух ты, ты опять здесь, да? Ну, взрывайся, давай, не трогайте меня. Все, он у нас лопнул. Так, это специальная штука, этот треугольничек. Хоп, он у нас время активирует, а точнее на время убирает лазер, который нам надо теперь шустренько вот так вот перепрыгнуть. Все, смотрите, сейчас сработает. Хоп, видите? Лазер и сработал, так бы мы тут попались, если бы времечко не отключили. Ну, как бы все. Тут мы тоже очень неплохо даже справились. Ух ты, это что за уровень такой? Ай, это тоже на время, это электричество. Что, подловил нас маленький ты злодей? Представляете? Подловил такого большого и глупого шарика. Ну что ж ты будешь делать? Давай. Ничего у тебя не получится. Я совсем справлюсь. Так, что это здесь у нас? Ух ты, еще один малыш. Да сколько тут у вас-то, а? Целая стая таких злодеев. Ой, я думал, кстати, что не получится допрыгнуть. Но нет. Наш шарик оказался довольно-таки прыгучим. Чё? Как это мы не допрыгнули-то, а? Нет. Попытка номер два. Давайте ничего не будем трогать, пускай летит себе сам. А вот мы и прошли, ребятки. Ух, вот это получилось приключение. Я надеюсь, оно вам понравится, так как мы немножко тут передохнем. А если ты уж слишком нетерпелив, то просто зайди на мой канал, и там будет продолжение. Ну что ж, дружище, всего тебе самого хорошего. Ставь лайки, подписывайся, комментируй, и пока.
Всем привет, ребята, меня зовут Споди Доди Ду, и мы сейчас пройдем с вами за один раз всех боссов, так что смотрите до конца, а в конце будет босс из новой части. Обязательно, ребят, смотрите до конца. Так, и вот наш первый босс, а ну-ка сейчас ты получишь. Так, с ним мы вроде бы как справились и... Ой, ты чё своих малышей тут посылаешь? Ты думаешь, я с ним не смогу справиться? Вот, ребят, последний босс... Вот это будет босс, я чувствую, очень тяжелый босс. Так, ну, мы с этими малышами-то справимся, конечно же. Все, готово, ребята. Так, тихо. Ой, смотрите, каких он посылает. Но это, ребят, еще не сильный босс. Самый мощный будет в самом конце из новой части красного шарика подземелья. Так что не пропустите. А если вы еще не видели подземелье, то посмотрите на моем канале. Там есть эти серии. Так. Прям так и написано. Новый красный шарик 4 версии 5. И там называется подземелье или... Так. Тихо. Давай первый босс. Все. Успокойся. Вот, ребята, мы победили первого босса. Ба-бам, и он у нас взорвался. Ура! Так, а вот наш второй босс. Посмотрим, на что способен он. Так, быстренько перепрыгиваем его пилы. Это у нас, ребята, босс-ниндзя. Сейчас мы с ним точно справимся. Так, давай, прыгай. Ничего у тебя не получится. Отлично. Такой ударчик. Ну что ты теперь мне скажешь, злодей? Опять свои пилы будешь посылать? Да ничего, они тебе не помогут. Все равно я знаю, кто у вас самый главный. Это босс подземелья. Там, где прятались все самые злые черные квадраты. Так. Ух ты, давай. Ой, успели, ребята, с вами. Давай, красный шарик. Ты сможешь победить всех боссов прям-таки сразу. Так, перепрыгиваем и ждем, пока он начнет что-то делать. Так, он за нами прыгает и сейчас, наверное, будет посылать своих помощничка. А ну-ка, сейчас мы это узнаем. Ой, смотрите, ниндзя, привет. Ты что, помощничек красного шарика, да? Думаешь, ты красный крутой? Ой, какого красного шарика, ребят? Черного злого квадрата. У красного шарика есть помощнички, но они вместе не ходят, потому что красный шарик — это отважный и смелый персонаж. Они вот эти вот боссы непонятные, которые один на один не хотят сражаться. Ой, еще одного ниндзю послал. Так. Ты что, будешь только ниндзя посылать? Давай еще двоих, пошли сразу, чтобы было очень честно. Вот это он дает, да. Так, куда ты прыгаешь-то? Все, успокойся. Оп. Получай, злодей. Так, мне даже достижение дали. Карате-пацан. И куда ты попрыгал? Я ж тебя сейчас могу победить. Бам, ребята! Вот мы и прошли еще одного босса. Круто ведь? Круто. Вау, смотри, как он взорвался. Бабах! Ура! И вот он, ребята, третий босс. Босс на мрачной фабрике. Сейчас и с ним мы тоже расправимся. Наш красный шарик сегодня в ударе и сможет побить всех этих злодеев. А ну-ка, получай. Так, справились и с ним тоже. Вот, даже достижения дают. Чистая победа. Так. Тихо. А, нет, почему меня задавило-то? Так, аккуратно. Аккуратненько. Хоп. Работает. Так, ой. Фух, аккуратненько. А, чуть не задавило, ребята. Ну, совсем чуть-чуть. Так. Вот он вылез, злодей этот. Что ты от меня хочешь? Так. Как-то он слишком меня ударил. Босса намыло. Так, а ну-ка. Что? А ну-ка, попыточка номер 2. Сейчас мы этого босса победить можем 100%. Так, ну-ка, давай. Давай, подрывнички, подходим, помогаем подрывать этого злого и огромного босса.
Так, давай красный шарик, тебя еще два босса ждут где-то, да? Два босса, представляете, лунный и подземельный. Это ж вообще страх. А ну-ка давай, покажи, на что ты способен, злодей. Хоп. И все, ребята, и этого босса мы тоже смогли победить. А ну-ка взрывайся. Ба-бам, ура, круто. Так, а на очереди у нас лунный босс. Ну что, злодей, что ты от меня хочешь? Ты хочешь, чтобы я тебя победил, да? Получи, получи мой удар красного шарика. Я тебя вот так вот перепрыгну. И еще раз ты получишь. Так, тихо. Все, успокоился? Да нет, не успокоился. Так, ты куда? Это что? Что это такое? Это что за лазеры? Ай-яй-яй-яй! Нет, успокойтесь, пожалуйста. Лазеры. Ну-ка, хватит. Хватит за мной гоняться! Стоять, я вам говорю. Вы чего? А, тихо. Стоп. Все, стоять. Фух, пронесло. Ну, теперь осталось босса еще победить. Ой, ты что это такое делаешь, а? Гоняется за мной. Так, нет. А, все-таки попал. Ух, ты что, хотел несколько раз попасть? Так, ребята, одна жизнь у меня и одна жизнь у него. Ну, конечно же, победит какой-то босс. Так, давай, прыгай. Прыгай. На меня. Получай. Так, справляемся. И еще один удар, ребят, остался против трех моих жизней. Я думаю, у нас больше шансов. Все, ребята, сейчас мы его победим. Получай, ура! Вот мы его тоже прошли и освободили Луну. А на очереди у нас последний босс, босс подземелья. Он, конечно, самый огромный. Громадина какая-то. Так, тихо. Куда это ты катишься, босс подземелья? Что ты хочешь-то? Чтоб я тебя победил, да? Так, а ну стой. Луна в безопасности? Ну, конечно, Луна в безопасности, только при чем тут сейчас? Это если я вообще с другим боссом-то сражаюсь. С боссом подземелья, который очень опасен. Смотрите, какие у него колючки. Чё? Это как мы не попали? А, камни только посередине появляются, оказывается, представляете? Так, быстренько. Тихо. Давайте, сейчас его третий раз. Так. Он по нам стрелять пытается. А мы вот так вот поднимемся, и ты получишь, злодей. Спускаемся. Еще ниже. Оль, ты чё гонишься за мной, тележка-то? Опля. Вот это мы её обманули. Так, а как нам её оттуда ещё пройти? И даже здесь её смогли пройти, ребят. Вот это мы крутые. Просто... Ай, нет! О, смотрите, тележка провалилась. А ну-ка, давайте повторим этот трюк. Оп. Всё, тележку мы пропустили. Теперь её нужно перепрыгнуть здесь. Оп. Хорошо, смотрите, как у нас круто все получается. Так, сейчас она упадет, ребята. Ха-ха-ха, быстрее прыгаем за ней. А где тележка? Где пропала тележка, ребята? Странно-то как. Куда же она делась? Ну ладно. Я думаю, она нам не помешает особо, так что мы можем без страха дальше прыгать и проходить. Так. Ты чё тут меня преследуешь со своими маленькими этими зомбачками? Я не знаю, как их называть. Ну, в общем, этими страшилищами. Что? Ты ещё посмел на меня наехать? Ребят, он мне даже задавить может, а? Нет, вы что, издеваетесь, а? Сейчас вы получите все. Всё, отстоят. Вот это шустрый квадратик нам попался. Ну да ладно. Уху! Быстрее. Ух, не успел я туда запрыгнуть. А!
А, так звездочки у нас. Все хорошо. Теперь нужно как-то сюда. Ой-ой-ой. Тут, конечно, поопаснее все будет. Тихо. Хоп. Ух ты. Ку-ку. Все нормально? Нормально, ребята. Просто отлично. Забираем еще этот ключик. Прыгаем вот сюда. Замечательно. Так, что теперь будем делать? Теперь мне как-то еще здесь нужно пройти, только бы... А! Только бы все было бы аккуратнее. Ладно, мы тут как бы тоже справились. И здесь тоже прошли. Отлично. Все готово. А! Все, спокойно. Ну, вроде бы они нас оставили в покое, ребята, эти злодеи. Нет, 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 нет. Что? Да ну как это мы смогли тут взорваться-то? Тихо. Второй раз лопнуть на одном и том же месте. Все, сейчас точно не лопнем. У-ху. Тихо. Это было, кстати, близко, потому что могли бы и схлопотать. Так, забрали этот ключик, а теперь прыгаем вниз. Вау, вот это мы далеко распрыгались. Так, а что это они тут у нас? А! Странно так просто. Тут, оказывается, была вот эта вот огромная тачка с колечками, которая могла их всех раздавить. Но мы, ребята, раздавили их почему-то сами. Ну ладно. Так, не получится на ней съехать. Ну давай, тачка. Давайте ее разгоним и попытаемся как-то на ней съехать. Ну, почти, почти. Так, стоп, а как нам... А как нам теперь туда добраться-то? Мы можем ее как-то столкнуть? Нет, ребята, она не сталкивается. Нужен уже шарик, давай, ты сможешь допрыгнуть. Ну, почти. Давай, 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 давай. А! Нет, ребята, это вообще нереально. Хотя... Эх, ребята, не допрыгнем мы никак. Что ж нам делать? Пойдемте тогда сюда. А! Как мы здесь умудрились-то лопнуться? Ну ладно. Все. Сейчас мы просто должны это все дело пройти. Давайте-ка ее сюда затолкнем. И теперь как туда ее бабах. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты что тут меня хотите задавить, да? Лопнуть меня хотите, злодей? Ух ты. Тихо. Аккуратненько. Надо все, чтобы было. Теперь здесь. Теперь здесь. Хоп. Готово. Звездочка теперь у нас. Только бы еще забраться мне как-то. Хоп. Ты что так взрываешься-то быстро? Не даешь мне даже побегать. Хорошо, злодей, хорошо. Сейчас мы тогда попробуем подойти с этой стороны. Опля. Возьмем лошадя. Тоже за них всех тут ребята отвечают. Так, ну-ка. Вот это мы полетели. Так, круто. Какие-то тут интересные есть телепорты, ребята. Странный вообще какой-то остров. Так, прыгаем. Лопаем этого негодяя. Что? Да как мы тут могли лопнуться-то, а? Так, давай, шарик, у тебя все получится. Теперь тут. Отлично. Бам! Просто замечательно. Опять мы этим лазером-то заделись. Ну что ж вы будете делать, а? Что ж происходит? Хоп. Так. Тихо. Тихо, тихо. А как нам тогда сюда пробраться-то, а? Ой, это ж неудобно совсем. Все. Готово. Просто замечательно. Так, что теперь? Ух ты. Ой-ой-ой-ой. Неожиданно он тут появился-то. А это что за штука? Взрывает тут меня, а? Смотрите-ка на него. Так, берем флажок. Теперь вот так вот сюда. Хоп. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратненько, давай-давай, шарик. А!
Все получилось, пронесло. Как хорошо то, что нас тут пронесло. Ага. Ай! Давай, взрывайся, ничего ты мне не сделаешь. Так, теперь ты. Ну уже, давай. Оп. Так, куда? Куда это мне надо второй раз-то, а? И что? И зачем я сюда прыгнул? Интересно. А, вон внизу проход. Вот это меня, конечно, перекинуло. Так, давай, тут будешь что-то подъезжать? Эй. Вот какая-то платформа. Нет, так как же мы не могли достать-то? А, ждем, когда она будет уезжать. И не успеваем за ней прыгнуть. Отлично. Тихо. Вот сейчас. Все. Не успеешь ты. Электричество у меня. А, ладно, не будем мы за ней прыгать. Я думал, то, что мы сразу успеем, но нет. Не все так просто. Так быстрее с той пушки, которая сзади стоит. Вот, подъехала эта штуковина, и теперь за ней быстренько. Хоп. Получилось. Так, выход. Где выход? Какой выход? Я упал вообще? Нет. Оп. Чё? Это как так получилось опять? Всё, давайте проходить уже её там. Отлично. Вау, а это что такое? Не-не-не-не-не-не-не-не. Ай, да что она меня сдувает-то куда-то, а? У-у-у, круто. Ай, а что, так не получится туда сразу? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Нет. Что? Да как вообще здесь что-то проходить, ребята? Какой-то странный уровень нам попался. Так, вот, ну же. Вот, осталось только тут еще запрыгнуть. Давайте как можно сильнее оттолкнемся. Эх, еще немножко. Давай, шарик, давай. Сильнее надо отталкиваться, я хочу направо сразу запрыгнуть-то. Вот, уже лучше. Хорошо. Так, прижимаемся к стеночке и запрыгиваем сразу сюда. Ура, у нас это получилось. Так, ладно, берем такой флажочек и поехали. Вау.